мы только добавили, там уже сколько, 300 человек подписалось. И... Ну, короче, я создал телеграм-канал, на самом деле не планировал. Так, Дмитрик, 100 рублей, Саша, сними шляпу. Ну, все. И там только что был донат, спасибо, ребят, все, кто донатите. Спрашивали у вас, как вы согласились на то, чтобы в вашей квартире открыли эту гадость. Так, мы в пакете ее открыли. Соня говорит, меня не спрашивали. Соню никто не спрашивал, просто Серега сказал, типа, будем стримить у меня. Ничего страшного в этом не вижу, мы пакет положим, откроем. Да. А потом Сережа загорелся идеей открыть консервы. Да, да. И сказал, я хочу, чтобы все попробовали сегодня. И сказал, сделаем это в прямом эфире. Да, потому что если видео снимать, там есть обрезки какие-то, а тут вот живое... Прям вы можете видеть все, как есть на самом деле. Открыли и попробовали. Вот живые мысли. Я чуть позже прочитаю в Википедии про эту консерву, чтобы вы понимали, что это, с чем его едят, едят ли вообще. Потому что, так, Украина 100 рублей. Привет, геи ебаные. У нас две фирмы, короче, Рода, вот такая вот. Я видел, многие на YouTube пробовали именно эту фирму. И, соответственно, мы еще взяли... Оскар Сюрстрёминг синяя филлер. Это точно такая же, как Шапик пробовал. Короче, когда-то давно, значит, вот. И тогда в Риге она была очень жесткая. Вот. Поэтому мы решили именно вот эту вот взять тоже. Баночку. Я сейчас немного вам расскажу про эту консерву. И что у нас сегодня будет происходить. Так, у нас уже народ немного собрался. И мы параллельно будем ужинать, завтракать. Ты завтракал, Богдан? Нет. Вот. У Богдана сейчас только будет первый прием пищи. А я перед этим успел позавтракать. Потому что меня ребята сводили в ресторан. Я неплохо поел. Съел осьминог. Блин, у меня руки теперь... Да. Эта консерва даже закрытая уже воняет. Она... очень сильно. Маша откладывает деньги, а не встречи с друзьями. Круто, правда? Индивидуальный график работы в Макдоналдс. Можем устроить. Походу, из-за того, что сдулось, там произошли какие-то микротрещины. Да, да. И она, уже пропускает запах. И вот эта банка тоже уже вздутая. Кстати, когда Кирюша первый раз принес эту консерву, ему кто-то прислал, не помню. Кстати, вот это считается деликатесом. Да? Вот. Шведы. Шведы, да. Шведы. Шведы едят, это уже очень давно, это старинный рецепт приготовления селедки, квашеной селедки. То есть, как бы она считается не тухлая, она квашеная, но такое чувство, что это понос. И ужасно сильный и противнейший запах, просто хуже запаха я в жизни не слышал. Вот, смотрите, вот собачка пакет. Уже унюхала консерву, да? Ей нравится такой запах. Вот. А может, и ей даже понравится. Да, не любят все время. Вот. Если вы хотите в прямом эфире понаблюдать, как мы откроем эти консервы, поэтому не переключайтесь, потому что, поверьте, от одного запаха люди могут проблеваться. Потому что мы смотрели миллион видео на Ютубе, где там рота солдат открывает эту консерву, и все проблевались. И она сразу же фонтанирует. Ну да. И, короче, только стоит немножко надколоть эту крышку, и все, из нее фонтан вот этого. А я не представляю, как можно это еще положить себе в рот и съесть. Вот. Но Кирюша через силу как-то одну рыбку проглотил. Я не мог представить. Что ты ему пообещал за это? Да ничего, он сам как-то захотел. А, это он еще на тот момент не настолько был? Да. Украина 100 рублей опять нам донатит. Спасибо за донат, что бы ты там ни говорил. И сегодня на этом стриме я думаю, что Сережа также отведает, продегустирует. Я думаю, что... И эту. Ребята тоже попробуют. Консерву так, аноним 100 рублей, удачного, да? Стрима. Не успел прочитать. Вот. Я не знаю. L'Oréal Paris представляет новое поколение пудры Infallible 24 часа. Really? Покрытие, как у тонального крема, в матирующей пудровой текстуре, оставляет меньше следов даже на маске. Формула устойчива к влаге. Ты можешь больше, чем ты думаешь. С продуктами для стойкого макияжа Infallible от L'Oréal Paris. Ведь мы этого достойны. Ну давай прокатимся.
Нам нужны тачки. Быстрые тачки. Это что-то новенькое. Форсаж 9. Я реально хотел бы попробовать. Это деликатес. То же самое, как с этим, с дурианом. Кому-то он нравится, а кто-то его терпеть не может. Так и с рыбой. Но на запах как говно именно. Выгребная яма. А на понос. На вкус так же. А если нос закрыть? Да не помогает. Я маму спрашивал, как тебе сердце, говорит, вонючка. А твоя мама пробовала? Да, да. Просто? Серьезно? Да. Так может ее позовем на стрим как специалиста? Вот, кстати, можно будет добавить донат, пригласить Светлану Борисовну на стрим. Да, только пока она не спит. Ну ты разбудишь. Так, аноним 53 рубля. Какой самый большой донат был за стрим? Пока что донатов не было, мы только начали стримить. Мы только начинаем, да. На прошлых стримах мы собирали по 140 тысяч рублей. If you want to know how Melissa, go to talk with Melissa. Саня, приезжай, Саня, like my broadcast. Кстати, идея хорошая. Мы с Таней как-то одно время жили в Москве. Нам понравилось, поэтому, возможно, приедем. Итак, кто присоединился? Сегодня тема стрима у нас открыть эту банку сюрстрёминга. Кто не знает, что такое сюрстрёминг, это... деликатес шведский, который очень сильно воняет. Его обычно открывают на улице. Никто не додумается открыть это в помещении. Но Сережа сам предложил. Соня, не знаю, как это все поддержала, потому что у них белоснежная квартира, белые стены. Тысяча. Так как реклама. Давно не смотрел, что у вас происходит. Вспомнил про YouTube и тут стрим. Хорошего стрима. Вы бы мороженка и запаслись. Чтобы потом вкусным закусить. А мороженым запаслись, предлагает. Севастополь. Всем привет. Вот, и кстати, конечно же, как же стрим и без текилы. Где текила наша? Вот, рюмки наша сейчас надо принести. Так, так неси рюмки. Да, вот. Надо. Да все там было нормально. Пока. Она плохо типа читает. Там все было окей. Пускай уже давай ничего не трогай. Все слышно, все видно. Смотрите. И сегодня спонсор нашего стрима это Хосе Куэрво. Как и на прошлых наших стримах. Ром не брали? Что? Ром не брали. Бля. Будем сегодня пить только текилу. Задонатьте мне на ром кто-то, пожалуйста, я схожу в магазин. Лайма нарезать? Да, конечно. Как же текила без лайма. Сегодня мы пьем вот такую вот текилу. Все будут сегодня пить. У нас есть и стопки. Кстати, вот такие вот стопки, это да чашечки для чая. Нет. А, турецкие, да. Да, вот все для... пьют с вот этих чашечек. Армуды? Нет. Армуды? Это для... Они специально такой формы? А чей это кофе стоит? Твой. Это твой один кофе? Один мой, второй твой. А, хорошо. 100 рублей, временная подписка. Вот, спасибо вам за ваши донаты. Кстати, можете воспользоваться услугой коммент и лайк от Шапика. О, Лида, you don't sleep? Я могу прокомментировать и лайкнуть вашу фотку в Инстаграм за 1000 рублей. Также вы сможете прорекламировать себя, и ваш донат могут услышать все зрители моего канала. Рич, вот. Нельзя. Иди ко мне. Сколько там человек нас? Иди ко мне, Люля. Мы сейчас пока поедим, выпьем кофе, потом уже начнем. Иди, мой маленький. Иди, мой маленький. Да, сюрстрёминга рыгать. Как вы знаете, мы обычно стримим по 5 часов, по 6 часов, поэтому присоединяйтесь, вечер будет долгий. Консерв у нас хватает, у нас 2 консервы. Вкусняшку обязательно. Кстати, сегодня цель наших донатов, сбора наших донатов на частный самолет Кирюши. Почему? Потому что Кирюша...